Анна, мне нужно туда. Пара снайперов и разведчиков. Давай. Территория большая, а тройка требует доставить артефакт. Яков, что он делает? Слишком сильные помехи. Здесь вечно. Он здесь. Я... Черт. Осторожнее, Лара. А Крофт? Пусть пока живет. Скорей бы убраться из этого ледяного ада. Тогда у меня хорошие новости. Пришли разведданные. У дикарей есть деревня. На той стороне горы. Скоро настанет твой день. Наш день. Если ты не будешь больше отвлекаться. Ты о чем? Ты пожалела ее. Эту Крофт. Она ведь до сих пор жива. Но нам нельзя жить в прошлом, понимаешь? Сомневаешься во мне? Ты знаешь, что я сделала для Троицы? Чем я пожертвовала? Что мне пришло? Все нормально. Жизнь крепко побила нас обоих. Но я поклялся всегда тебя защищать. Ну и кто из нас расчувствовался? Обещаю тебе. В конце нам воздастся, и Святой Источник даст тебе жизнь. Что еще важнее? Жизнь. Ладно. Ладно, теперь бы найти выход. Буду ждать тебя там. Уже бегу. Черт, надо сматываться. Так странно снова участвовать в операции. Нашивка солдат Троицы. Один рисунок без слов. Они не афишируют себя даже перед собственными пехотинцами. Вот. Нужно достать провод из воды.
По мере продвижения в долину, я все чаще смотрю на развалины и размышляю о собственной смерти. За последние недели у меня словно спала с глаз пелена. Thank you.
вперед! И не тормозить! Что здесь случилось? Мы прорываемся все дальше. Яков? Депо уже близко. Ты там? Знаки отличия боевого ордена Троицы. Что ж ты так долго? Я думала, ты там остался. Да ни за что. Спасибо, что вызволила. Пойдем! Выберемся здесь! Осторожно! Не дай мне!
Успокойся. Вот, выпей. Полегчает. Ты мог... Яков! Ты здесь? Черт! Где же он? Я снова одна. Яков ушел вперед. В нем есть что-то такое, что ускользает от меня. Странное, но почему-то успокаивающее. Как будто я могу сказать ему что угодно, а он и брови не поведет. Стреляй! Я с Яковом. Он велел дождаться тебя, но эти сволочи нашли нас раньше. О боже, что с тобой? Жить буду, но нужно где-нибудь укрыться на случай, если захватчики вернутся. Там за мостом есть пещера. Это волчье логово. Туда они не сунутся. Но мне сейчас волков не одолеть. Нам эта пещера нужна для сборов. Только надо вырезать волков.
Я даже что-нибудь придумаю для твоего пистолета. Ну как, поможешь? Хорошо. Спрячься пока. Я скоро вернусь. Спасибо. Яков говорил о тебе правду. Дайте цели уйти. Нужно узнать, почему она следила за группой Браво. Ты зачистил? В пещере безопасно. Отправляйся туда поскорее. На Браво больше никто не нападал. Но найдите местную. Нужно допросить ее.
Выходи, тут безопасно. Должно быть, все еще прячется. Ничего, но тут столько места, есть где спрятаться. Прячется где-то здесь. Может, в одном из шкафчиков? Кровь. Кто-то ранен? Стой! Не подходи! Я не из Троицы. Меня зовут Лара, и у тебя пистолет не заряжен. Барабан пустой, я отсюда вижу. Ага, а еще и ударник сломан. Ты ранена. Нужно посидеть, отдышаться. Лара, значит, да? Меня Надя зовут, и мне нужна твоя помощь. Что я могу сделать? Мой дедушка ночью сбежал из деревни. Думаю, он направился в долину греха, к самой Бабе-Яге. Я пыталась догнать его, но на меня напали захватчики. Еще до моего рождения ведьма убила мою бабушку. Дедушка часто говорил о мести, но я не думала, что он действительно решится. Время поджимает, а мне сейчас особо не побегать. Нам нужно найти его. Я готова. Попробую выследить его. Спасибо. Чтобы попасть в долину, иди через пещеру к востоку отсюда. Тут заставляли работать людей Якова. Ты зачистила пещеру? Там безопасно?
нас ждет. Вы первыми зажгли звезду прогресса. А, это во славу космонавтов. Тут тропа. Исхоженная. Лара, у одного из захватчиков была рация. Ты меня слышишь? Четко и ясно. Пока я тут зализываю раны, я могу следить за переговорами захватчиков. Дам знать, если услышу что-то полезное. Надя, расскажи мне о долине греха. Потомки сторонятся этого места вот уже многие столетия. Красные пытались построить там аванпост, но лишь разозлили Бабу-Ягу. Она свела их с ума. Дедушка мне часто о ней рассказывал. Она живет в волшебной избе, которая ходит на курьих ножках. И ты этому веришь? Изба на курьих ногах? Я верю дедушке. Он был в лагере, когда красные забрали бабушку и заставили ее помогать им исследовать руины в долине. Ведьма убила ее. Дед ей этого так и не простил. Ведьма? Прямо как в русских сказках? Как-то не верится. Просто будь осторожна. Непростая эта долина. От нее добра не жди.
Лара, подожди, я перехватила радиопередачу. Тебе будет интересно. Штаб, ответьте! Срочно! Вытащите нас отсюда! Черт! Что это, блин, такое? Оно ходит! Ну как? Что за ху... Слышала? Это ведьма! Тут явно творится... Что-то неладное. Так или иначе, мы во всем разберемся. Нет следов дедушки. Ты все еще спускаешься в долину? Нет, но скоро вернусь и посмотрю. Иди по настилу вдоль утеса и придешь прямо туда. Это должно быть была кадильница для окуривания ладаном, но ее использовали иначе. Обязательно. Пройди по настилу вдоль утеса. К нему можно спуститься по веревке. Так ты попадешь прямиком в долину. Что это за звук? Если опустить врата, я смогу залезть повыше. Не будь этого места, этой божественной скульптуры из скалы ветра. Это была какая-то часовня. Пилигримы приходили сюда ей поклониться. В мере противовес работает. Говорят, что однажды, услышав этот звук, его невозможно забыть.
бы его развернуть. Не тот уровень. Уже лучше. Что это за нож? Надо точнее выбрать момент. Манускрипт. В нем описано размышление о человеческой воле. Долина греха уже недалеко. Прямо вниз по настилу вдоль утеса. Церемониальное облачение священников. Thank you.
уже недалеко. Прямо вниз по настилу вдоль утеса. Большой лагерь. Похоже, дедушке удалось хотя бы до туда добраться. Ты уже почти в долине. Надя, внучка, теперь ты уже знаешь, что я ушел в долину убивать ведьму Бабу-Ягу и бабушку. В долине появились вооруженные люди на вертолетах. Не знаю, что им нужно, но знаю, что другой возможности у меня не будет. Я нашла долину греха. Не знаю, Баба-Яга это или... Нет, но тут явно что-то не так. Будь осторожна. Это ее владение. Первый контакт с местным стариком состоялся в 7 утра. Тут в воздухе витает какая-то пыльца. Цветы. Нет, я сплю. Это не взаправду. Не бывает. Продолжай двигаться. Где я? Куда?
Куда ведет эта тропа? Иди сюда. Это обман. Это не он. Отец, хватит. Прошу. О, черт. Нет, надо сматываться. В каждом мифе есть зерно истины. Просто дай мне уйти. Прошу. Нет. Нет, это не... Кто ты? Зачем тебе все это? Хватит! Черт побери, прекрати! Для меня уже слишком поздно. Папа, нет, не делай этого. Когда-нибудь. Кто ты? Приди и узнаешь. Это невозможно. Пройди, твой отец ждет. Это обман. Это...